Нарушение правил благоустройства обойдется дороже. Мэрия Самары выступила с инициативой штрафовать организации, нарушающие установленный порядок при выполнении аварийных земляных работ. Губернская дума эти изменения поддержала. Отсутствие ограждений на опасных участках и задержка сроков восстановления газонов теперь встанет нарушителям в копеечку. Цель поправки – заставить компании работать на совесть. Сегодняшнее решение депутатов позволяет уже окончательно навести здесь порядок, потому что организациям станет выгоднее принимать все меры по сокращению сроков заделки вскрытий, по ограждению опасных участков, чем платить огромные штрафы. А штраф для юридических лиц составляет, как я уже сказал, от 300 до 500 тысяч рублей. Если организация допустила повторное нарушение сроков, не сделала ограждение, то штраф увеличивается до 1 миллиона рублей. Общая сумма штрафов, которые были наложены в минувшем году на недобросовестные организации – 10 миллионов рублей. После принятия поправки в закон эта цифра может вырасти в разы.